Дорогие ветераны, сегодня мы отмечаем 67-ю годовщину освобождения Губкинской территории от немецко-фашистских захватчиков. Война явилась тяжелым испытанием для нашего народа. Неисчислимые беды, горе и лишения принесла она в каждый дом, в каждую семью. Миллионы людей стали ее жертвами. Вечный покой им и слава. Предлагаю почтить их память минутой молчания. Thank you.